В Мурманской области водолазы Росгвардии отмечают профессиональный праздник. Водолазы войск Национальной гвардии Российской Федерации ведут свою историю с 1978 года, со дня образования морских воинских частей внутренних войск МВД СССР. В Мурманской области сотрудники водолазных подразделений Росгвардии решают широкий круг задач. В частности, проводят противодиверсионное обследование грунта в акватории Кольского залива. Боевые пловцы осматривают подводную часть гидротехнических сооружений, кораблей и катеров. Зачастую специалисты региональной Росгвардии привлекаются для подводных поисковых мероприятий в рамках следственных действий.